Это будет яичница в блинах по-французски, а если быть точнее, по-бретонски, с начинкой из ветчины и сыра. Блины приготовим из гречневой муки, которая называется галетес бретоннес комплиц. В приготовлении этого блюда можно выделить два этапа – подготовка теста и выпекание блинов. Пожарить блины можно заранее, например, с вечера, для того, чтобы к завтраку быстренько подать это вкусное блюдо. Подготовьте продукты в соответствии с рецептом. Всыпьте в миску гречневую муку и соль. Перемешайте сухую смесь.